Критическая уязвимость в аппаратном кошельке Ledger влияет на все устройства и может привести к потере средств пользователя, говорится в отчете компании. Так называемая атака «человек посредине» может быть выполнена в момент подключения кошелька к сети для отправки средств или загрузки адреса получателя. Если компьютер, который используется в этом процессе, заражен вредоносным ПО, злоумышленник может тайно подменить код, ответственный за создание адреса, в результате чего все будущие депозиты будут отправлены злоумышленнику. Тем не менее, исследователи утверждают, что пользователи могут защититься от уязвимости, использовав функцию «недокументированная», отображающую адрес получателя на физическом дисплее кошелька.